Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 5 и 6 мая в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов. Ночью прохладнее, 18 выше 0. Ветер переменный от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 14 градусов.